Thank you.
Что кушаем? Привет, Виталик. Закинула бутербродик у себя. Пока у меня тут это все грузилось. Эх, будем радоваться теперь игре Lineage 2. Ну, а что поделать? Кушать-то хочется, мне что, с голоду помирать? Я когда много играю, мне хочется кушать. Яблочком-то не наешься, надо какой-нибудь бутерброд хотя бы сделать. Можно, конечно, было еще салатик сделать. Я думаю, что Элейнор продолжим либо завтра утром, либо после обеда. Но уже завтра тогда будем доигрывать, если я буду долго играть. Чтобы уже закрыть Элейнор. Пока расслабимся, отдохнем в Lineage 2. Вчера, конечно, было весело. Вчера ребятки нас поразвлекали. Что это? Это эндорфин. Эндорфин, большое спасибо за рейд. Я, правда, не знаю, что с ними делать, но ладно. Там же вроде как Гудик стримил, у него поинтересней. Всем привет, ребята, кто рейданулся. Мы здесь расслабляемся. Под четкий качинг в Детроне. Ох. Привет. Страшные цифры. Люди. Виталик, это такое ощущение было, что это, блин, в каком-то фильме советском. Люди, а там такое здание пустое. Микрум, благодарю тебя за фоллоу, ребята. Это сейчас. Так, Микрум, спасибо. Носков Кирилл, благодарим за фоллоу. Куркума Гейм, добро пожаловать. Лично проверю. Виталик, ты потом будешь по всем ходить? Гриндестроер, добро пожаловать. Ой, ребят, если вы сейчас это вот все будете подписываться, я боюсь это. Так. Это Крузис One. Добро пожаловать. Благодарим тебя за фоллоу. Я, мне кажется, уже язык будет скоро мозоль такими темпами. Турбобосс, добро пожаловать. Приветики еще раз. Так, Виктор КС, здорово. Опа, я уже подписан. Ну, тебе тогда просто привет. Просто уже подписан. Саваш Стайл. Благодарю за фоллоу. Называется, запустила Lineage. То мы тут играли расследование. Раскрывали разные плохие дела наркоманов и всяких коррупционеров. И решили почилить немного в Lineage 2, посидеть, послушать музыку.
и отдохнуть в целом. Там сумочка. The Кекс. Приветики. Нуар? Да, Гладмакс, там недолго осталось. Осталось где-то примерно 3,5 миссии, учетом того, что я не прошла. У меня все зависло, и поэтому как-то будем уже допроходить завтра. Если меня хватит, и зависонов таких не будет. Потому что я пыталась что-то сделать, я думала наладиться, а в итоге нифига ничего не наладилось. У нас тут подстойники. 56%. За сегодня у меня сум, можно сказать, вкачал этот шарик где-то 5%, что ли. Странно, сегодня никаких ПВП тут не происходило. Хотя нет, ладно, у хомяка тут флагнут. Все-таки кого-то они сегодня пинали. Антеркин, приветики. Ну, вы по-прежнему в разделе Lineage 2, если вы от рейда. Диц ТВ, добро пожаловать, благодарю тебя за фоллоу. Цветы же я недавно посадила, поэтому они еще не созрели. Пьяный кусь, нетрезвый кусь. Мистерия, привет. Ты отметил вчерашнюю не назвать победу, но это отсрочкой, мне кажется, отсрочкой боевки. Я думаю, что у нас там по-прежнему все впереди будет с этими ребятами. Мы их еще увидим на горизонте. Ну, кстати, я скоро апну себе душу-битву и источник жизни. Источник жизни, в принципе, бесполезный скилл, а вот душа-битвы вполне себе. Была бы неплоха для меня. Мистерио, у нас танк апнул 125-й. Ты видел? Видел? Ну, вроде да, но я недавно закончила играть в LA.
Вот. Ну, по крайней мере, вроде к нам никто еще не лез. Пока что. Раз танк у нас апнул. Уровень. Представляешь, как он у нас вырос? Какой он большой. Крепкий такой теперь танчик. Ты же там тоже на подходе ап у тебя будет. Тоже будешь у нас большим. А я кое-как буду пилить до 124-го на хилке. Так, у нас тут 30. Ну ладно, пусть это покачает. Блин, Макс отключился. Нет, давай назад. Пойти что ли на обзор по локациям? Смотреть, кто где качет. Так лень с другой стороны. Ну, Crossfire переделался в гномку. Он же был классическим магом. ЦХ, если не ошибаюсь. Ну все. Нердрайвер, добро пожаловать. Или драйв, правильно, нердрайв. Благодарю за фоллоу. Ты сегодня что-то не на релаксе? Разве? Не, погоди, серьезно, я была вчера. Сегодня я так более-менее расслабленная. Вчера вот я вот сидела, и там реально была серьезная. Даже в чатик на Твиче заметил, какая концентрация у человека. Валерка Грек, добро пожаловать, благодарю за фоллоу. Так, у драйва какая-то красивая картинка с смайликом.
У меня тут чатика нету. Почти догорели. В принципе, здесь клавиатура нам не нужна. Тут можно чисто на кейпаде будет погонять. Клавиатурку можно спрятать подальше. Так, догорел. Ключ открылся, но полететь не полетел. Так, где у нас выход? Выход, выход, выход. Пойду гляну многострадальных. Здравствуй, Смелис. Но они вроде качаются, кстати, на спотне. Этих не видно. Так, тебе главное, чтобы меня тут не задушили за компанию с мобами. Я знаю, тут это некоторых любят они душить. Кажется, он как-то близко к нам стоит, не думаете? Блин, с ним, да? Ладно. Он и так уже, мне кажется, порадовался, что мы тут побегали, повоевали, и тут все мобы его были. Все, посадили, остается только миссии брать. Так. Так.
Николай, благодарим вас за фоллоу. Входит сюда. Так. И о чем мы не переключаемся? Вот, переключились. Отлично. Отлично. У нас там хило качит себе на здоровье. У меня банок эти хватит, хватит. Чисто тупо побегать, что-то поделать хватит. А, тут у нас ПВП сяры. Так, ну вроде не так много яфтюзов у меня было. Шорт.
Страшно представить, как люди тут вообще качаются. Просто урона ноль, если так подумать. Это явно не мой уровень для прокачки. А там ничего не видно. Все сумки стоят в желтом. Седьмые только тусуют. А наши же друзья с 17-го. Хоты лежат. Или бывшие хоты. Так, ток не вылетай. Мне сегодня уже хватило, что у меня все-все повисло прям. Мафалин, благодарю тебя за фоллоу. Добро пожаловать. Жанна, как-то спутик такой пустой. Да кого-то выселили отсюда, что ли? Так, а, ну да, сферу я уже убила. Наверху 27-й охраняют спот. Сферка, чуть-чуть покачаемся. Что-то как-то неплохо передвигаться стали. От нас сейчас это могут шею намылить. Все-таки персонаж этот очень хлюпик для таких PvP замесов.
Даже слишком хлюпик. Так, что у нас там? Бежим дальше. Нет, цветочек уже мёд. Так. Будем обходить стороной данных ребят. Кто-то дайвингом занимается. Странно. Сверка живая. Еще одна живая сфера. Мы ее сейчас лутнем. Или нас лутнут. Или мы лутнем. Так. А, это трухун стоит. Какой запущенный сумчик. Ребята с 18 сервера переехали на небольшой лоскуток в Ноксе. Так, тут попробуем обойти. Все какие-то вечные попы замесы. Так, попробуем там закрыться. И пройти. Или сферу. Сатан, бог душится. Это что? Я тут это бочком-бочком, чтобы меня не придушили. Тут ребят какие-то серьезные, флагнутые. Вот-вот-вот-вот уже началось. Кто-то меня заприметил. Он же у меня слабенький, маленький. Тырит, что плохо лежит. Кто у нас там? Это гномка. Мне вообще интересны наши вчерашние оппоненты. Как сложилась их судьба после того, как мы ушли. А, там злая гномка. Мы не пойдем туда. Надо помочь. Чутка помогли. Мне кто-то стрельнул, вроде нет. Окон стоит.
на своем привычном месте цветочек. Если успею, не успею. До того, как меня убьют. Вроде что-то успели. Ой. Там всякие флагнутые личности. Страшно как-то ходить одной-то. Типа, ну и тебе типа, привет. Так, что мы тут? Мы тут можем подцеплять цветы. Правда, не те, которые надо, но какие есть. Так. Вот все как обычно, без изменений. О, Сункай стоит. Нифига ж себе. Правда, на трех мобах, но стоит. Неожиданно было увидеть, неожиданно. О, на сумме на Оле завтра. Да толк от этого Оли, только время терять. Никакого этого не будет. Удовольствие. Должно же быть удовольствие от игры. Вот вчера было здорово. Вчера было круто. Но тут меня сейчас могут сожрать кто-нибудь. Не-не-не, вот это. Надо успеть. Блин. А, как так? Там же кувер стоял вроде как. Или нет? Вроде кувер стоял. Может быть, конечно, спот перепутала, ну ладно. Все, выстрел. Отстрел.
А, там могли эти ягоды стоять же. Так, а этот козел с ним или нет? Вроде нет. Василиса стоит. Да нет, мы никого не душим у нас, а типа перемирие. Да, мы вчера душкой занимались, но я не стала показывать, как мы это делаем. Мы теперь мирно качим. Осуждаем, что мирная. Мирный качинг или осуждаем то, что это не показали вчера на стриме. Мистер Эдисон, добро пожаловать. Благодарим за фоллоу. Какой это? Мы не знаем такого этого. Такого слова в переговорах. Что мы включаем это, в ВБС-ку возвращаемся и подключаем такую. В общем, не осуждаем осуждение, но мы такого слова не знаем. Все, ты им на хиле доставила Дитрон.
нужно проверки. Мистерио, я не знаю по опыту, потому что все критовали. Ну, лично у меня. Хил у меня вообще несколько раз критовал. Поэтому сколько там по экспе? Ну, вроде норм. По крайней мере, лучше, чем вчера качаться 20 минут и получить 600, сколько там, миллиардов экспо. Рустамчик нас, так сказать, вчера покачал, пока убивал цветочки. А вы как, а львы боролись с врагами? Бились, гоняли их? Вчера надо было это Рустамчика на СВС в последние минуты свопнуть. Вот, и отдать оттуда сонг от ножей. Вот бы весело было кому-то на минуту. Дамага вообще бы не было. Я только вспомнила уже после, что от ножей же сонг был-то, но его никто не догадался дать. Ну, ему либо на Либре в СВС, либо дуал туда брать эти все плюхи и дуал раскачивать. Есть же люди, которые играют на дуале. Вот, собственно, будет тот момент, что это будет играть на дуале. У меня же тоже это, когда надо, я хил, когда не надо, я это, ну, когда надо, ПП. Вот так вот перепрыгиваю туда-сюда. Ну, я, кстати, посмотрела этих, с ними нету того ножика. Странная беседа там была. Он хочет оправдывать свои действия, что ли? Так он больше пива ничего не пьет, точнее горячее. А от пива это он для него как снотворное. Вот кому-кому, ему на ПВП вообще пить нельзя.
О, скоро закончится все. И мы пойдем на сервер. Зашибись. Сумку склеила. Я забыла, но включить этот макрос на подхил. Молодец. Это просто супер решение было не включить макро. Это же было просто идеально, тогда думают. Что мне тут? ВК надо, наверное, загрузить. ВК у меня стоит в Тионе. Все, прилетели в город. В город мы прилетели. Че им тут за уже? О, с енотом в городе оказались. Что? Понятно, почему это все за это набагали. Отлично, переключилась. Вот-то пойдем. У меня по всему 110 на максимум светит. Можно было побольше, видимо. Так, плюс 700 и время перезарядки минус 10. В прошлый раз, кажется, была плюс 1000, если не ошибаюсь, к молоке.
По-моему, контур там правильный. Конечно же нет. Конечно же нет. Или 10 минут, это 5 минут, я не знаю, на выбор что ли дадут? Это слишком много. Раздумывать, взять, не взять эту награду. Лишником тут вообще явно не прикольно бегать в этой комолоке, могли бы уже и новую завести. Thank you.
Чё там стоишь так одиноко? И не подходишь, самое главное. Готов. Интересно, я 120-ю пойду или нет? Вроде должно. По крайней мере, попробовать явно стоит. И... Ну, вроде идет. Завтра надо будет попробовать туда 125-ю. Экшен. Ну, очень вылез не вовремя, правда, ну ладно. Ну да, это у меня мелкие мои. Так, попробуем подброшку успеть раскидать. Эту пластику 38 секунд. В общем, завтра 125-ю можно пробовать. Вот таким бафчиком. Ой, да, амбициозно, амбициозно.
Какая-то супергномка фармит. Так, что у нас тут по скиллам? Вроде норм. Не обижают. Ну, вроде стоим, формим что-то.
Доброй ночи, Оракул Танка. Благодарю тебя за фоллоу. Говорят, тут весело. В чем заключается веселье-то? Чутка фармим, немножко смотрим рыночек. Под спокойную музыку. Гудик сказал, тут движ, он тебя обманул. Где сам Гудик-то? Так, мне кажется, картинка зависла. Стефана, здравствуй. Спасибо за комплимент. Он спит? Он бессовестно спит и не стримит? Не острые. Он сериал включил, который уже смотрел. Ну вот. Ну ты уже знаешь, это уже на косплей бы тянуло, если были бы острые ушки. Фига, это сколько в Джимо можно денег сэкономить. Я недавно потратила 226 ЛСов, чтобы поймать 1% к сопротивлению всем видам оружия. Гудик! Гудик, привет! Гудик, почему все говорят, что ты спишь? Говорят, что ты халтуришь. Ты зачем вам говоришь, что тут весело? Тут скучно. Тут уже все засыпают, расслабляются, веки закрывают. Слушай, я дочитала до Властелина колец, и у меня Твич релогается. Он протестует. Это не то сходство. Там написали. Но я думаю, то, что если, конечно, прямо закосплеить что-то подобное, то получилось бы. Но надо уши, если делать их заостренными, то как-то более максимально сделать правдоподобно. Но у меня нету такого прям мастерства.
в этом деле. Это нужно прям прицельно сидеть, изучать и пробовать. Делают же такие накладки. Просто у кого-то хорошо, у мастеров выходит, прям супер натурально. А у кого-то, ну вот как пластмассу прилепить, она как была пластмасса, так и останется. Да блин, мне в этом плане, мне надо максимально, чтобы натурально было. А, мы идем от меньшего к большему. Думаю, что не так, что не так. Покупка 420. Зачем тебе уши? Ну, у меня, в принципе, свои есть, но говорят, что заостренные было лучше. Видишь, кудик? Ребятам подавай заостренные. Это за люкс, который, что ли? А, ну, КЦшечки. Повезло чуваку. Нет, Гудик, не все раскрыли преступление. У меня завис коп. Блин, чихну, не чихну, чихну. Надеюсь, что нет. В общем, у меня завис комп. Я переключалась на эльфийку свою, чтобы кинуть этот пати. И, в общем, у меня зависает комп при переходе назад в лей. И все. Все зависло, я никуда переключиться не могу, ни на рабочий стол, ни в диспетчер зайти, чтобы отключить там хотя бы ту же самую игру. Пришлось перезапускать в комп, и тут я думаю, а почему бы не постримить Lineage 2? Я, собственно, решила, что пока запущу Lineage 2. Но там немного осталось, там 3,5 миссии, наверное, осталось. Чтобы забирать у себя аудиторию, по-любому этот сервер не будет скипать треки из Запалы. Араку я бы не была бы так уверена. Вполне себе могу. Но это там может скипнуть не только стример, там может скипнуть сам сайт. Гуди, куда ты собрался? Кто будет нас развлекать? У кого я буду фильмы и сериалы смотреть? А еще это в интеллектуальные игры-то играть. Саваш Стайл, здравствуй. Так. Тебя скипает только Гудик, он мне... А, Гудик, почему человек так утверждает? Прокомментируй. Наверняка Гудику заказываешь песни какие-нибудь не такие запрещенные. Он хейтер? А, ну вот, видишь, видишь, почему и скипает запрещенка. Годика.
Я вот не знаю, какой сериал посмотреть. Я из-за этой игры Элайнуар, знаешь, что думаю, Тайн? Может быть, знаешь, не посмотреть, но подглядеть этот сериал «Солги» мне называется, где там по лицам людей он определял, врут они или нет. Жалко, что они дальше не стали продолжать его снимать. Борат не в счет. Борат это, видимо, из последнего, да, Раку? Обмани меня. Ну вот это да, вот помню, обмани меня или солги мне, или как он. Мне почему-то казалось, что солги мне называется. Но сериал же топ. Классный сериал. И он снят классный, сама идея потрясающего это всего была. Окон, здравствуй. Видимо, я не в том часовом поясе их веду. Да, вот он самый. Ну, классный сериал, потрясающий. Мне очень понравился. Мы смотрели его, все серии. Еще сериал «Вечность». О чем сериал? Единственное, за что я не люблю смотреть сериалы, я потом не могу успокоиться, мне нужно посмотреть его залпом. Вот, я не могу отлипнуть, там надо серию за серией. Серия прошла еще одну и все. И потом, и, в общем, вот так вот это еще одну и все, и до самый-самый последний. Но дорама это тоже опасно. Но единственное, мне не нравится в дорамах, что вот если смотреть американские ужасы и вот корейские, японские, вот корейские, японские, они какие-то более страшные и более кровавые, что ли. Это не ужас. Но там у них бывают, я помню, «Тайна блестящего камня», дораму смотрела, она корейская. И вот мне показалось, что там очень много крови, вот просто очень много крови, это было ужасно. «Монстр». Я, наверное, из последнего я смотрела дораму. Блин. Либо завтра называется, кажется, завтра. Там про работу с этими, с самоубийцами. Надо было сделать так, чтобы самоубийц было меньше. Ну ты капец, конечно, нашел время, когда смотреть, когда ты за рулем. Кто ж вообще так делает? Ты сам монстр. Гудик, в чем проявляется его ужас? Ты-то ехал по трассе, а зачем залипать-то было? От бесконечного числа машин и бесконечности дорог? А ты этого не заметил, что ли? Или резко просто все происходило?
Это очень неприятно, но надеюсь, что с тобой все в порядке в итоге. Но, судя по всему, все в порядке. Вовремя среагировать успел. Ну все началось, блин. Между прочим, Гудик, я стала водить лучше. Ну, лично, на мой взгляд. Так что там не все так плохо. Еще парочка таких игр, и будет все в порядке. Но мне тут предлагают еще в мафию поиграть. Но я не знаю, как это все разрулить. У меня дальше пойдет этот киберпанк из Lineage 2. Вот, а потом я хочу Uncharted поиграть. Мне понравилась игра, показали Uncharted, как там все выглядит, механики, как это все там проворачивается, история тоже. Так что думаю, что в нее буду играть. В NFS надо поиграть. Это ты просто, видимо, не попадался. Но это здорово, что у тебя мало ДТП. Это ж хорошо. Блин, тут еще и техносайт, оказывается. Техносайт, здравствуй. Гудик, Гудик, приглашение. Езжай, соглашайся. Гудик решил зайти на мой стрим, чтобы заснуть. Как раз самое оно. Так, а что вы тут в группе-то пишете? Что-то много людей уходит в отпуск в последнее время. Наверное, уже от троих слышала, что в отпуск уходит. Ну, вроде в отпуск на работе, обычной работе. Слушай, ну отпуск от L2 прям звучит на самом деле очень даже привлекательно. Уходил в отпуск в 13-м, вернулся в 23-м. Стефан, а чем ты... кем ты проходил на С? Я зашла в 110-ю Камаоку, прошла на С, и думаю, завтра попробовать 115-ю. 110-я хорошо убивалась. А, за танка? Видимо, у тебя мало атакующего буста. Там, в принципе, танком прикольно играть.
А, погоди, ПЛ ушел в октябре. Люди так могут. И что? Как вы играете? Вы играете также с КП? За 30 акам на Б. Йоу, деф, ну, собственно, саппорт, он такой. А, ну что у нас тут набилось там? Так, надо вот это вот взять нам. Еще же можно, оказывается, гомункула взять. Так. Это я. Гудик, это был странный, видимо, у нас вопрос с тобой. Они с ума сошли. 100 миллиардов за 21-й бенир и 150 за 23-й. Капец. Куда катится мир? У них КП, в принципе, странно. А чем проявляется странность? По 30 лямов. То есть у меня есть все шансы получить 260 лямов с одного спота. Не густо. Они аниме любят. А чем вам не нравится аниме? Пока тихие. Так правильно, если вы аниме смотрите, вам там некогда. Вы еще поди мангу читаете. Пойдем в бой. С кем воевать будете? Да что за рофл-то с анимахами? Хотя я давно ничего не смотрела, если так подумать. Просто потому что некогда что-то смотреть тут. Либо в реале что-то делаешь, либо что-то учишься делать. Со всеми, кто не смотрит аниме. Ребята, тут заявочка, это очень-очень страшно. Охотники. Фишка такая.
Гудик знаю. У меня почему-то сейчас идея посетила. Так, так, карта. О, как раз мы тут недалеко должны находиться. Ну, зона анима. Надо зачеркнуть и это на конце А зачеркнуть и поставить Е. Тут чат видит, спрашивает, не хотели вы поговорить о аниме? Если нет, то сразу флагаются. Но порядок действий такой будет, да? Я еще компенсацию не забирала на свои аккаунты. Техносайт, что там с модерацией? Так. Это значит, у нас автоатака включена. Что там с модерацией? РП давать? РП пошел. Думаю, еще РП про шапков сняли заходить. Так, аниме, когда в жопе детства еще не доиграл, но ты правда себя тем, что так много серьезных тем. Ага. Ну, техносайт мне, например, нравится иногда залипнуть и посмотреть, я не вижу в этом ничего плохого. Но, например, если... Как это? В общем, некоторые вещи, когда переносятся из игры в, этот, в реальную жизнь, если там не соответствует стилю, смотрится очень странно. А так у каждого свои увлечения. У меня вот, например, на Ютубе кто-то оставил комментарий, а что такая девушка играет в игры, зачем и все такое. То есть, например, игры тоже, можно сказать, что в жопе детства. Сколько добра накопила, не забираешь. Ну, оно пусть там лучше лежит, чем будет у меня в сумке. Плюс я еще использую заюзы на твинах. И всегда, по крайней мере, есть откуда взять эти заюзы и столько, сколько надо. Есть отличное аниме с глубоким смыслом. Ох, мне кажется, мы разворошим сейчас осиное гнездо. Что недавно смотрели, потому что я пару дней это не заходила почти никому на Твиче. Сейчас масленица идет, и я часто пеку блины.
О, твое имя, да. Это там, где, короче, мальчик и девочка переписываются по телефону, и они перенесены, ну, меняются телами, короче. Благодаря чему и оказалось, что у них время проходит по-разному. То есть она живет в одном времени, а он в другом. Про этот Коль. Ну, техносайт мы, я думаю, что поняли то, о чем ты говоришь. Это личное твое мнение, поэтому без осуждения. Ну, каждый имеет право на личное мнение. Ну, да, я тоже осмотрела это аниме. В принципе, мне понравилось. Но знаешь, вот концовка была лично для меня, она была грустной. Я очень рада, что удалось спасти жителей, ну, той деревни. Но так жаль, что они не нашли друг друга. Или не так, они забыли друг о друге, забыли, как их зовут, забыли все воспоминания, которые у них были. Вот это вот, мне кажется. Но они в конце, но концовку. Японцы любят подобную концовку оставлять, что вот какая-то недосказанность. Вот. То есть они нашлись друг друга ну, какими-то знакомыми, но нету вот тех ярких воспоминаний, которые у них были. Так что нам остается, как зрителям, потребителям, для себя нарисовать, что у них в итоге все ок. Что они дальше уже у них там, они заново познакомились и сошлись. По крайней мере, мне кажется, что многие бы хотели именно такую концовку. Странно, заговори об аниме и насчет глубокого смысла, и даже тоже это нечего такого на самом деле посоветовать. В основном все фэнтезийное такое, довольно-таки лайтовое. Мне больше нравится такая там тематика древности, где есть еще такие древние костюмы у них, кимоно. Вот я и новеллы такие читаю, и люблю аниме такие посмотреть. Хотя в последнее время эти китайские мультфильмы популярны становятся, набирают популярность. По крайней мере, почему-то мне так кажется, все чаще и чаще встречаются. А я начала смотреть аниме. Точнее, уже более так интересоваться после такой анимехи, как это «Хвост феи». Но, кстати, я так и не досмотрела «Хвост феи» там до конца или все сезоны. Остановилась как-то стало скучно. Хочется завершенности, а не бесконечного этого сериала. Но он сам по себе такой был классный.
Чисто из-за названия. Ну, хотя же там и человек, который назвал, наверняка тоже, возможно, это относилось к аниме. Там поди еще и значок был такой. Что, Assassin's Creed не будет? Assassin's Creed больше не будете играть? Оказалось, что у человека основа была в виндах. То есть это был твиноклан, что ли? И когда я начал драться с винтами, меня кикнули. Вот это поворот. Надо же. Ну, вряд ли его сделают мейн-кланом, да. Здесь у чаще так и остается. Пойдем мы брошку. Не раскрыл, да? Слушай, это не раскрытое дело. Как так? Какой из тебя детектив после этого? Тебя именно убирал из клана, имеешь в виду? Четырнадцать минут сессионки. Именно тебя. Ты поди тоже там делал что-то нехорошее. Тебя брал зам Кэл, а Кэл у тебя кикал, опять брал зам Кэл, опять кикал Кэл. Да, ситуация. Я так понимаю, это тот же клан был. То есть единственный и неповторимый, исключительный танк клана, да? В общем, исключительно сильным, даже не так, просто исключительным танком из всех, что были,
Элита элит. На А ранг что ли? 115? Нет. С бустом? Блин. Это значит, у меня будет ранг С, может быть. Попивас на херота, ну, типа того. Так вот почему ты Гудику заказываешь запрещенку. Вот почему он на тебя жалуется. Мы все играем. Тут в пати должно быть еще 6 человек, но их нет. Я хороший, у меня есть рекомендация. Куда рекомендации? К сожалению, времена, когда в пати было 9 человек, прошли, у нас теперь только 7. На хорошего подпивасного танка. Блин, у нас танк тоже пьет пиво, но эта зараза может от него уснуть. Поэтому мы ему исключительно запрещаем пить пиво на ПВП. Иначе он просто засыпает. Если он засыпает, танка уже нет. Не дозовешься, не добудешься. Да его же там и так КП есть. Я уже пиво на ПВП не пью. Почему? У тебя такая же эта причина? Там идет крепче. Но это уважаем. Я просто пиво не люблю, как это, как такой напиток. Я больше вино, вермуты, коньяки, ликерчики. Типа егермастера. Такого больше уважаю. Ну, ПВП такие редко бывают. Серьезные прям. Но он вкусненький, его вкусненько пить, и градусов там нормально, так что самое оно. Это, так сказать, это ж баб для хила. Кто-то, я помню, в чатике возмущался, что хил пьет у них. Так а как по-другому? Бессмертие хила напрямую зависит от алкоголя. Просто пьешь неправильное пиво, поэтому и невкусное. Ну, мне не нравится просто. Это вот явно не мой напиток. А кому-то заходит, кому-то хорошо. Ну, может быть, там нормально. Там никто никуда не бегает. Мне, кстати, в Ялте в отеле понравилось пиво у них было. Они его делали сами. Там вот было норм. Там у них было и темное, и светлое, и оба пили, оба было вообще отлично.
Алкогольная тематика пошла, и сразу людей так меньше, меньше, меньше. Так, ладно, мы все равно сейчас через 6 минуточек будем завершать наш стрим. Ну, я пойду готовиться ко сну. И, возможно, утром буду стримить LA. Либо буду готовить, либо буду стримить LA, потому что нужно под вечер освободиться. Сколько у нас? 1100. Так, но это определенно нужно будет учить сюда. И эфирчик сюда тоже брать. Вот что надо чайковать. Сказание в этом. В Детроне и в Тоях. Кстати, ты мне в Ютубе попадалась в рекомендациях. Это наверняка было очень давно, потому что я что-то пару месяцев, раз в месяц что-то постила только. И явно статистика там Ютуба, точнее алгоритму, проседает. Неужто недавно? А, 2 недели назад. Ну да, там как раз таки ролик вышел. Надо будет выпустить еще несколько роликов. Я признал по огоньку, по логотипчику. Рошан скрита? Вот это да. Блин, это здорово, что в рекомендации залетает. Неожиданно, неожиданно. Тоже попадалось? Ну, там не на Агушу конкретно. Там было, неважно, Агуша это... И суммы, или классический маг, или, возможно, хил. Это чисто просто под магические классы. А сама гномка, просто у меня был на ней буст, и я решила на ней показать. А в тот момент я ее выкачивала, чтобы посмотреть вообще, что за класс. Возможно, сделать под нее какой-либо мув. Но я так поняла, что именно конкретно под маг-гномку мув я делать не буду. Но, блин, там был косяк, правда, не помню, какое. Если ты мне скажешь, что это было про шанс крита в проклятой пухе, что его там нету, это был не косяк. Мне гномка что-то вообще не понравилось, сделаю из нее сумму. Ну, тут же сами понимаете, что кому-то зайдет, кому-то не зайдет. То есть это, ну, вполне себе нормально.
Только не нафармишь на танке, приходится страдать. О, Стефана, для фанатов это вообще не показатель. Фармить можно и на каком-нибудь другом чаре. А можно не фармить, просто кил мастер-карт и все эти решены. Ващик под конец вылетел. Мне кажется, с плащиком я больше это фармить не стала. Как фармила, так и фармлю здесь. 755 сказаний. У меня 3-4 окна сидят на каждом сервере, кроме ЛХ. О, ты торгаш. Ну вот, либо фармить, либо торговать, то есть, ну, что-то из этого для саппорта. Но в основном самое такое это все-таки торговать. Такс, это мы прошли. Иллюзорку нет смысла проходить, все равно ее скипнут через месяц и брать оттуда ничего не хочется. Барыга. Знаю, что времени уже много. 4 часа утра. Зато хорошо посидели. Поиграли. Причем поиграли не только в Лей, но и поиграли в Lineage 2. Что само по себе очень-очень здорово. Хоть отдохнуть было морально, потому что LA все-таки прям не высаживает. Там нужно думать, замечать. Вот. Так что там, само собой. Ладненько, ребят, большое вам спасибо. 4 часа ты с Урала. Да, я с Урала. Спасибо большое за то, что пришли, за то, что посидели со мной. Вот, желаю вам приятных снов и тоже пойду готовиться к отдыху. Надеюсь, что утром буду продолжать стримить, ну, либо дела поделаю. Всем пока!